Привет, друзья! Ко мне сегодня пришла вот такая вот посылочка. И тут кое-что интересненькое. Давайте распакуем и посмотрим. Интересненькое, конечно же, для любителей орхидей. У продавца есть дети. Это явно, что у продавца есть дети. Это черенок максиллярии, еще ее называют максиллярия узколистная. Это жительница горных вершин. Она любит прохладный воздух и очень высокое освещение. По крайней мере, ее придется, наверное, зимой досвечивать. Ну, до цветения нам еще далеко, потому как у нее еще всего лишь навсего 3 псевдобульбы, а это для цветения мало. То есть она должна сначала нарастить зеленую массу. Значит, эту крохотульку мне еще предстоит укоренить. Буду я это делать в мхе. Нижнюю часть буду освобождать от нижних чешуек. Значит, растение состоит из 3 бульбочек и 1 нового роста. Просто лежала в коробочке без ничего, болталась. У меня даже муж удивился, что это ты такое там такое заказала. Болтается. Ну, то есть обычно упаковывают так, чтобы не поломались листики. Не знаю, так просто кинули в коробочку. Ну, слава богу, ничего не поломалось, все дошло хорошо. И сейчас я буду пробовать разбираться с ней. Разберусь, посмотрю, что тут за чешуйки, как их снимать. Ну, говорят, что она очень таки хорошо ведет себя в домашних условиях, растет, наращивает зеленую массу, но зацвести, повторяясь, его надо соблюдать температурный режим и полив, конечно же, не пересушивать это растение. Ну что ж, вот такое вот растение у меня появилось дома. Сейчас буду пробовать ее сажать, ну и покажу, что у меня получилось. Немножко. Вот что у меня получилось, я аккуратненько сняла пару чешуек, и вот тут у меня кое-что интересное, не знаю, что это такое беленькое, то ли зачаток чего-то. Я боюсь двигаться дальше, ну как бы можно еще вот эту вот снять. Вот. Я сняла еще один ярус чешуйки, и я вижу зелененький стволик, на котором есть зачатки чего-то беленького, я не знаю, то ли то корешки, очень таки похожи. Теперь легче будет растению укорениться и закапывать в мох. Я его буду сажать вот так вот. Вот так. То есть нижняя часть у меня будет в мхе. Так, вот так я установила мое растение. На дно я положила немножко коры. Потом у меня пошел мох. Установила я растение вот таким вот образом, поставила палочку-держатель. Сейчас вот я его зафиксирую, чтобы оно у меня было ровненько, не болталось, не расшатывалось. Вот.
И, конечно же, я сейчас пролью просто водичкой. А потом, где-то через неделю, я буду проливать уже слабым раствором с вот этой вот штукой. Вот. Я его уже вам не раз показывала. Я пользуюсь и как для орхидей, и как для фиалочек. Классная штука, обратите внимание. Пролила мох. То есть важно еще мох положить так, чтобы он не касался самой зеленой бульбы, а был ниже. Вот именно до тех сухих чешуек, там, где у нас мы немножко очистили. Вот, не выше этих сухих чешуек, чтобы наша бульбочка не начала, не дай бог, гнить, чернеть и так далее. Вот. Вот такая посадка, думаю, она увенчается успехом, отличным укоренением. Буду показывать вам это растение, что будет с ним дальше. Очень рада, что у меня появилось еще и такой экземплярчик. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!